Необычный способ очистки подвалов избрали сотрудники одного из ТСЖ Волжского района. Ненужный хлам из подвальных помещений по улице Бакинская, 10, они вынесли на детскую площадку. За несколько недель куча бытового мусора превратила игровую зону в настоящую свалку. На помощь местным жителям и в первую очередь детям пришли общественники. За счет собственных сил и средств они заказали КАМАЗ, на который и погрузили весь строительный мусор. Такую акцию добровольцы приурочили ко Дню защиты детей. Активисты планируют и в дальнейшем оказывать помощь в благоустройстве площадок во всех районах Саратова. Совершенно случайно увидели, что вот на территории детской площадки, вот в этом данном микрорайоне, такая вот ужасающая обстановка. И решили своими силами, силами добровольцев, просто включиться и сделать небольшой свой вклад. Конечно же, мы все не сможем вывести, финансово мы просто это не потянем. Но вот я думаю, что энное количество мы сможем вывести и показать пример, в том числе и самому ТСЖ, которое сидит и бездействует в данной ситуации.